хозяйствах всех категорий увеличено производство мяса и яиц. Объемы производства продукции животноводства в расчете на душу населения превышают средние показатели по Уральскому федеральному округу. По мясу в 1,6 раза, молоку в 2,4 раза, яйцу в 3 раза. Общественными хозяйствами 43% объемов молока произведено на промышленной основе. За 2012 год в область завезено 4685 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, построено 1500 скотомест для молочного стада. Для продвижения товаров местных товаропроизводителей продолжается реализация проекта «Покупаем Тюменское». В городе Тюмени в сентябре 2012 года под девизом «Покупаем Тюменское» впервые проведен Всероссийский фестиваль «Молочная страна». В марте 2013 года мясной фестиваль. Мясной фестиваль наглядно показал возможности перерабатывающих предприятий при росте производства мяса в нашем регионе. Открылся новый универсальный рынок «Михайловский», где наряду с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и крупными тюменскими сельхозтоваропроизводителями свою продукцию предлагают фермерские и личные подсобные хозяйства.